7 ноября коммунисты города Рязани и неравнодушные люди отметили 102-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. И наша демонстрация – это сигнал тем, кто продолжает грабить народ, кто насаждает несправедливость, кто увозит деньги за границу, а у нас лечиться не могут, учиться не могут, жилье не могут. Более 500 человек прошлись шествием по главным улицам города, чтобы напомнить основную мысль этого дня. Это важный день. Великий Октябрь, 7 ноября, значимый для нас, для всех, которые здесь идут. Он открыл свободу тем людям, которые были в нищете и бесправии. Он дал бесплатное образование, бесплатную медицину, бесплатное жилье. На демонстрации присутствовали люди разных возрастов. Сейчас молодежь у нас достаточно активна. Мне безразлично происходящее сегодня у нас вообще, на нашей родине. Как говорят собравшиеся, они тут с единственной целью – выразить свой протест. Вы понимаете, что у нас сейчас муниципальный транспорт развалили, да нельзя? Автоколонны 13-10 полностью уничтожили. Сейчас там вместо муниципального транспорта стоят платные частные автобусы, которые отчисляют какие-то крохи, копейки в муниципальный бюджет. Люди получают мизерную плату, работают в неимоверно ужасных условиях. Люди, которые обслуживают подвижной состав, работают в холоде, у них руки трескаются. А это безопасность прежде всего нас, наших детей, которые пользуются транспортом. Митинг открыл Денис Сидоров. Здесь вручили партийные билеты, а также наградили заслуженных членов партии. Великий Октябрь особенно значим тем, что показал всему миру, во-первых, что только коренная смена системы власти может изменить и решить коренные проблемы в обществе. А главное, каких высот может добиться могучая воля трудящихся масс во главе с пролетарской партией ленинского типа. Праздник в честь Октябрьской революции был значительным событием для всех трудящихся. Демонстрации уже традиционно проводятся в Рязани, и в них принимают участие все слои населения. Сегодня, если мы сплотимся, если мы постоянно будем напоминать власти о себе, о наших требованиях, она пойдет на уступки. Но рассчитывать, конечно, мы не можем на большее. Поэтому, друзья, наша с вами задача быть бдительными. Но сегодня мы празднуем свой великий праздник. С праздником Великого Октября! Ура! Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».